Всем привет! Вот увидел, как на дереве делают молнию узора Лихтенберга. Решил построить быстренько на коленке. Нашел вот трансформатор от Микровелли. Здесь вот вход 220. Два внизу проводка подсоединены. Так как аккумулятор компьютерному кабелю такому, здесь вилка, если ее дернуть, то она выскочит из проводков, то есть рассоединится это все. Если хорошо дернуть, то все рассоединится, там просто проводки воткнул и изолентой прилепил. Ну, я считаю, это на всякий случай, пока все это так на коленке для первого раза, просто чтобы вдруг что-то так можно дернуть. Если из вилки, ну, что-то какие-то затруднения будет рассоединить, значит, здесь легко рассоединиться. Здесь, значит, на корпус подсоединил синий провод. Хорошо зачистил, хорошо зажал. Хороший контакт. Бомбонфест. Так, здесь, значит, эти два проводка на пушку, они не нужны, в середине выходят. Я их просто заизолировал изолентой. А вот этот верхний подсоединил без предохранителя на коричневый провод. Ну, вот сейчас буду коричневый и синий залуживать и пробовать это все дело. Так, значит, вот я здесь вот подрезал. Вот коричневый, синим будут такие электроды прицепляться. Этот заземление я просто пока убираю, в дальнейшем заземление буду делать тоже везде на корпус, заземлять через EFI шальтер. Ну вот, в общем, вот такая вот конструкция. Сейчас посмотрим, как это будет все жариться, париться. Такой вот трансформатор от Микровелли. Положу его пока в коробочку, чтобы на какой-то изолированный пластик, чтобы никуда ничего не пробило. Будем посмотреть. Заводец сидит, маништ. Шхаба хихольц. Шхаба респорт билетит. Трафолик, да? Короче, трансформатор здесь лежит в коробочке пластиковой и на специальном таком толстом пластике, только не проводящем. Сейчас будем первый запуск делать. Так, неудобно руками держать и камеру, и вот вроде что-то пошло, не видно. Синего, значит, с корпуса в основном идет штром, течет напряжение. С этой стороны виднее.
Ну, вроде красиво получается. Сечёнос. Я тут размешал в бутылке в таком пульверизаторе пищевую соду с водой. Еще немножко подбрызгиваю. И включаем аппарат. Так, секундочку. Провода я переставил местами, потому что с одной стороны почему-то идет молния. Сейчас посмотрим, как, что получится, разница есть или нет. Опять с той же стороны. То есть роли не играет, откуда провод. Опять с той же стороны. Процесс идет, но очень медленно. У меня есть еще другой трансформатор побольше, с большой микроволей. Я думаю, там будет быстрее все это дело проходить с другим трахом. Ну, в общем, все получается, только очень медленно получается.